улицы с облаками. Осень я давно с тобой уже не был. В лужах разлетаются птицы с облаками. Осень я давно с тобой не был. Ну что ты? А где Серега-то? В подвал полезла? Ты думаешь, все, он уже никогда не вернется. Что было, то было, пройдет непонятная грусть. Надейся на прошлое. Вчерашняя правда, сегодня обычная ложь. Здесь вода, ребята. Но это не так. Давайте я начну готовить, ребят. Сикий начальник, я гулял в рассвете дня. Смотришь, и мирно кушал пончик. Вдруг этот фраер валит на меня и говорит: займи-ка мне червончик. Тут по натуре заиграла у меня, и я ему чуть промеж ног не двинул. Но на спокойствие учи. Я был где, спокоен где? И даже шпалер не вынул. А этот парень с виду не простак. С размаху он заехал мне по морде. Тут сила воли кончилась моя. И вот я здесь, а это морда в морге. Сикий начальник, я всю правду рассказал. Именно шел сюда в сопровождении. Верните справку о моем освобождении. В тот вечер я не пил, не пел, я на нее вовсю глядел. Как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил. Сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Он мне грубил, он мне грозил. Я был не пьяный, а я все помню. Но тот, который с ней был, сказал мне, чтоб я уходил. Какого это набрался? Это Владимир Семенович. Сереж, дай домашний телефон Наташе. А ты говоришь, твой кот Баюн. Ух ты, ну, что-то видать, ну, он старый уже. Испужался. А подул. Посмотрел, да, решил, что не справится. Да. Или вот, смотри. Ну ладно, я уже Я просто уже начал. Сергей, что вы ищете? Мы ищем картофелечистку. А где ты ее? Вот тут вот ищешь? Ну вот, это предположительно это она, нет, но это немного не та. Но есть та, которая это, классическая, но ее найти не могу. Смотри, ладно, сколько. Вот. Классно, вот эта штука тоже нормальная. Смотреть не порежьтесь, она, знаете, какая? Ай! Ай-яй-яй! О! Александр. Снимите меня. Александр. Вы классно поете вообще про бабу ёжков и лес. Ага. Что вы можете по этому поводу заявить? Заявляю. Вы работаете центром в то время? Я так предполагаю. Конечно. Центром? Центром, да. А каким? Центром, он штана. Вроде все как всегда. Что же небо? Опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он вернулся из боя. Он молчал, не... у меня, видишь, вот здесь вот фигня какая-то а цепляется. А это у вас ничего? Это крем же. Да, взбитый из клетки. Ну в чем его, идите.
Он всегда говорил про другое, он мне спать не давал. Он с восходом вставал, а вчера вернулся из любви. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера вернулся из любви.